С 2017-го мероприятие, на котором чествуют лучшие учреждения образования Ленинского района, носит название «Педагогический Олимп». Практика его проведения существовала и ранее, однако звучное имя конкурс получил только в текущем году. Номинаций 14, во многих определить единственного победителя не удалось. В районе много сильных учреждений, уровень конкуренции высокий. Без сомнения, такое соревнование должно быть. Каждый руководитель должен понимать, на каком месте в системе вот координат он находится, где нужно, может быть, подтянуться, где нужно просто держать планку. Поэтому это не дает им расслабляться. И мы стараемся объективно выбирать лучших. Список критериев, по которым оцениваются школы, гимназии, учебно-педагогические комплексы и детские сады, широк, однако основа основ – сохранения здоровья подрастающего поколения. Оцениваем буквально все. В основе лежат критерии качества образования, в основе лежат критерии здоровья, сбережения, воспитательных направлений и так далее. А если вообще в целом говорить об основе, то в основе лежат критерии Министерства образования. Естественно, что первично, что мы оцениваем, это создание здоровой безопасной среды в учреждениях образования. Победители конкурса отмечают, никакой специальной подготовки проводить не пришлось. Высокая оценка – это результат каждодневного, кропотливого и очень ответственного труда. Безусловно, получать награды приятно и почетно, однако не они главная цель в работе. Конечно, этот под Новый год приятный такой момент, приятный сюрприз. Мы всегда старались каждый год работать так, чтобы быть первыми. Это наша задача. Сейчас, конечно, ощущение полного восторга, потому что наш коллектив всегда отличался особой слаженностью в работе. Это трудоспособные, очень творческие люди, которые, и для которых самое главное – это здоровье и безопасность пребывания детей. К слову, в системе образования Ленинского района есть два учреждения специального образования. В конкурсной программе на районном уровне они не участвуют, а вот на республиканском не только соревнуются, но и становятся лучшими. В республике подведены итоги такого же конкурса на уровне специального образования. И по итогам 2017 года лучшим учреждением системы специального образования республики признана наша вспомогательная школа. Вспомогательная школа города Бреста. Поэтому мы, конечно, этим тоже очень горды. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.